Тут я не экономист, но то, что Америка должна там 16 или 17 триллионов, по-моему, долларов, это сумасшедшая цифра, это даже не миллионы, не миллиарды. Расплатиться, мне кажется, теоретически невозможно. Поэтому экономический кризис возможен в мире. Но я думаю, что у нас есть нефть, газ, лес, все богатства. Нефть, как у нас называют, черное золото в мире. Поэтому я думаю, мимо России он должен пройти стороной, мимо России. А в мире, конечно, наверняка будет. Предсказывают специалисты. Ну и он, конечно, и аукнется и у нас, безусловно. Вот. Ну, надо быть готовым ко всему.